Ну, я проходил мимо и услышал страшные крики в ресторане. И я, как настоящий герой, отправился внутрь, чтобы спасти того, кто кричит. Как только я забежал, меня моментально стукнули по башке, и я вырубился. И после этого я ничего не помню. Да, ага, ага, ща, лапшу, с ушей поснимаю. Ой, крики, да, услышал. Какой супергерой-спаситель, просто бедный Степка услышал крики в моем ресторане, забежал, чтобы кого-то спасти, и его стукнули по башке, да? Слушай, Степка, а ты случайно в мой ресторан не забежал для того, чтобы похомячить на крысу, пока я не вижу, а не потому, что ты кого-то спасти хотел, а? Да я правду говорю, я ничего не хомячил, я реально там услышал крики. Да, так ты там услышал крик, ты там крики услышал, и ты услышал, как твой живот урчал и жрать хотел, поэтому ты в мой ресторан отправился, крики он услышал. А ты вообще, Степка, как бы знаешь, что в моем ресторане, ну, полным-полно камер, и мы просто через компьютер посмотрели, что ты там делал, как ты мою пиццу сожрал с катабаза, как ты хот-доги мои сожрал, кока-колу с холодильника украл, и ты думаешь, что мы тебе поверим, что ты просто пришел на чьи-то крики и спасти кого-то хотел? Да, но ведь это правда. А почему на камерах было видно, как ты мою вот эту жрачку хомячил? Это все монтаж. Ладно, хорошо, с этим мы чуть позже разберемся, Степка. Самое главное то, что мы видели, как к тебе подкрался этот граф Дракула, кокнул тебя сзади по башке, я не знаю, укусил он тебя, не укусил, но вроде как не кусал, и превратился в тебя. В настоящего в тебя в предыдущей серии. Вообще как две капли воды. Вот не отличить просто никак. Только единственное, что у него кожа была бледная. А так он вылитый ты был, Степка. Ну, мы, конечно, успели обосраться, но он вышел как бы вроде с ресторана и куда-то ушел, вот. И потом ты постучал в дверь, и мы открыли дверь и увидели тебя, обосрались, испугались. И вот мы здесь с тобой сидим, вот. Подожди, если граф Дракула превратился в меня, где вы его видели в последний раз? В последний раз мы его сначала на камере видели. А, так подожди, мы же его словили. Мы его словили и потом потащили к мэю, к бомжаре в мэрию. Он сейчас там в клетке сидит. Вот нормально все с ним. Он сейчас с Еленой Ветрянкиной, с бабкой Ёшкой, с бомжарой в клетке в мэрии. Граф Дракула с бомжарой Еленой Ветрянкиной, бабкой Ёшкой в мэрии. Мы словили не того Стёпу. Мы в дерьме, как говорится, пацаны. Ноги в руки, руки в ноги, побежали к чёртовой бабушке в мэрию спасать бабку Ёшку, пока не поздно. Пожалуйста, 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 чтобы все было хорошо, чтобы я пришел, там все сейчас на месте находились, чтобы никто не пропал, ни с кем ничего не случилось. Но на всякий случай... Стёпа, мелкий, по углам возле колонн вот этих стали, Гена, мы с тобой сейчас двери выбьем, на всякий случай, чтобы перестраховаться, мелкий. Пушку в руку взял, рогатку свою в руку взял. Молодец. Стёпа, у тебя есть какая-то пушка? Возьми бит. Бутылка? Ты серьезно? А помощей ничего нет? А, ща, погоди. Разбитая бутылка. Ну, ладно, в принципе, сойдет. Генка, на счет 1, 2, 4, 8 разбегаемся и открываем эту дверь. На самом деле, пофиг, что мы ждать-то будем. Давайте, все внутрь, проверяйте. Есть там кто-то! Все живы! Все здоровы! Мордой в пол придавите ваши паспорта! Какие паспорта, Степа? Тихо, тихо! Все на месте! Лена! Бомжара! Степа! Ну, в смысле, Дракула Степа, не настоящий Степа, его нет! Его нет! Ищите! Может, они еще недалеко ушли? Хотя нет, мне кажется, офигеть, как далеко ушли! Бабка Ёшка, Леночка, бомжара, никого здесь нет! Господи, Степа, пока мы на тебя охотились в моем вот этом ресторане. Ты зелья уронил, подбери. Пока мы с тобой охотились в этом моем ресторане на вот этот граф Драк... Да откуда зелье-то падает? Степа, зелья подбери. Это не мое. А чье тогда, если это не твое?
Бабулька? А ты чё на люстре-то забыла? Ой, милок, да я разминку делала, подпрыгнула сильно. Ну сними меня давай быстро отсюда, а то сейчас спину защемит. Ты чё это врёшь? В смысле разминку делала? Как ты на люстре-то оказал? Ты с люстры сюда спускайся, сама спустишься, я тебя снимать не буду. Прыгай вниз, ничего с тобой не случится. А сейчас карга старая быстро рассказывает, где Елена, и где бомжара, и где Степа, граф Дракула, вот этот комар кровосися, и как ты на люстре-то оказалась, только правду рассказывай. Да этот Степа кровосися из клетки выбрался, Леночку и бомжару схватил и в окно сиганул. В окно сиганул, так хорошо. А почему он тебя тогда не тронул? Как ты выжила-то? Как ты на люстре-то оказалась? Ну, да я всегда была женщиной-загадкой. Я сама не знаю. Женщина-загадка, ты наша. Так, подождите. Этот Степа, это не настоящий Степа был. Ты назад посмотри. Вот назад развернись и посмотри туда в окно. Вот это настоящий Степа. Да как такое возможно? Это муженек твой. Граф Дракула этот. Он Стёпу по башке шандарахнул, пока Стёпа мою еду воровал в ресторане, да, Стёпа? И потом превратился в Стёпу. И обманула, чтобы забраться скорее сюда, вот сюда, в мэрию. То есть он, наверное, вообще дал себя поймать, если мы его привели сюда, в мэрию. Вот он и Леночку, и бомжару схватил и увёл к чёртовой бабушке. А я, кстати, знаю, куда он их увёл. Мелкий! Заброшенный дом с бассейном, куда мы видели то, что туда летучая мышь улетела. Я знаю, где они. Я знаю, где они. Я знаю, где Титикака. Я знаю, где Леночка. Я знаю, где бомжар. Идите за мной. А ты точно уверен? Я, бабулька, уверен на все 110%. Я видел, как летучая мышь залетела в этот дом. И эта летучая мышь была вампиром. Ну, в смысле, кровосисей. Нам всем с вами сейчас нужно серьезно подготовиться и отправиться в этот дом с бассейном. Если мы сможем пережить вот эту ночь, значит мы спасем и Титикаку, и Леночку, и бомжару. Ну и свои сраки тоже, не сдохнем как-никак. Все, давайте, все за мной. Давай, бабулька, наколдуй нам много зелья, они нам сегодня 100% понадобятся. Яйцо гордого страуса, глаз петуха, острый доширак с курицей, ну и вокзальная шаурма. Мелкий, давай тренируйся, в одну цель попал, в другую цель попал, выстрелил, туда выстрелил, сюда выстрелил, чтобы так потом по вот этим, по бошкам вампиров стрелял, давай, Мелкий, ты попадаешь, большой молодец, давай, еще два попадания, попал, молодец, Мелкий, хорошо справляешься. Давай, Геночка, жми, 120 килограмм, вверх и вниз. Генка, тебе 60 чем-то лет, ты жмешь как настоящий пацан малолетний, вот этот качок настоящий. Давай, Генка, гантель в одну руку взял, поднял, быстро. Степа, может ты тоже пойдешь делами позанимаешься, или будешь здесь на лавочке жопу пролеживать и храпеть дальше, а? Не мешай, я тренируюсь. Тренируешься храпеть или что? Настоящая команда мечты. Ну или команда идиотов, называйте ее как хотите, но мы сегодня с вами должны спасти всех наших друзей. Ну и Титикаку, конечно же. А уже потом выясните, кто настоящий отец, кто настоящая мать Титикаки. Вы все готовы? Мы все умрем. Тогда все сюда за мной. Именно вот в этом доме граф Дракула скрывает Титикаку и всех наших друзей. И я в этом на все 100% уверен. Тихо, все в ряд. Выстроились сюда за мной. Не шумите, не толкайтесь, не пихайтесь. Аккуратно. Дом-то, может, снаружи и выглядит, как будто он заброшенный, свет нигде не горит. Но, мне кажется, они просто скрываются. Эти вампирюги, кровосиси сраные, они специально везде свет повыключали, чтобы мы сюда пришли, такие подумали, что они здесь не живут. Все рассредоточились, ищите проход внутрь. Я вижу то, что все окна забаррикадированы, а вот, кстати, главный вход, но главный вход, опа, тоже забаррикадирован. Короче, ищите какой-то обходной путь, возможно, здесь на второй этаж есть лестница. Или ищите черный вход. Возможно, мы через него сможем забраться. Степа, что-то видишь?
Мелкий что-то нашел? Только не шумите, мелкий, подойди сюда, подойди вот сюда. Давай. Тут реально какой-то проход есть. Так, все за мной выстроитесь и не шумите. А вот, кстати, кровосися стоит. А там как раз-таки лестница. И через лестницу, походу, можно забраться на второй этаж. Надо кровосисью эту как-то кокнуть. Степа, может, ты бутылкой своей его кокнешь? Разойдитесь! Я его сейчас охмурю! Кого? Чё ты сейчас делаешь? Бабуль, ты с ума сошла? Да ты на месте стой, Дуримонда Петровна, каких... Ну, можно считать то, что нас всех кокнули. Бабулька опять какую-то фигню творит. И дрить ты колотить. Милок, это не подскажешь, где здесь крем для молодости купить? А то у меня ноги кривые с возрастом стали. Крем для молодости? Ты чё сейчас пёрнула, бабуль? Хорошо, все за мной, бабулька, хорошо сработано, но крем для молодости ты вряд ли сможешь где-то найти. Так, стойте здесь, я первый заберусь вот сюда, если там все будет чисто. Опа, тогда вы за мной. Так, второй этаж выглядит тоже заброшенным. Все, да, давайте сюда, поднимайтесь, только вот этого кровосисью не разбудите, главное. Аккуратно внутрь заходим. Не топчите, не шумите, на шифте вообще идите, чтобы ни лишних звуков не издавать. Под ноги тоже смотрите, пол дырявый, пол гнилой, пол в любую секунду может обвалиться. Обходите эту яму и давайте сюда. Ёперный театр. Реально, дом выглядит полностью заброшенным, как будто здесь никто не живет. Но я знаю то, что здесь точно да кто-то есть. Обходите вот сюда. Давайте зайдемте в эту дверь. По сторонам встаньте, если что, чтобы мы вломились туда внутрь. Встаньте по сторонам. Так, давайте на счет три я открываю. Давайте. Раз, два, три! Походу это вампиры-тиктокеры. Это видос какой-то, походу, снимают в их вампирский тикток. Может им по башке стукнуть? Подождите. Да, нет. Давайте мы им лучше мешать не будем. Все, давайте, проходите дальше, вот в другую вот эту комнату. Давай, давай, бабуль, давай. Пошлите. В ту комнату зайдем. Степа, ты тоже давай за нами иди. Чё этот пердак усатый-то везде куда-то пропадает? Стёпа! Ну ты башкой кокнулся, ты сюда выйди, пока они тебя не заметили, дебила! Ну что, выйди сюда ко мне! Сюда подойди! С ума сошёл, ты что тоже в ТикТоке хочешь попасть? А если бы ты на камеру их попал? Все, давай иди сюда со мной! Как ты раздражаешь, Степа, честное слово. Но если и здесь вампиры ТикТок снимают, тогда мы с этого хаоса, или как в этих ТикТокеров дома их называются, валим отсюда нафиг. Так, давайте все. Раз, два, три. Лишь бы не ТикТокеры. Ну, вроде ТикТокеров нет. Так, я первый. Заходите. Проходите. А так это детская комната. Здесь вроде никого нет. Мелкий, слезь с этого, слезь с Пикачу. Тити! Кака! Тити-кака! Тити-кака! Вот! Подойди сюда! Подойди сюда! Не бойся! Мы тебя нашли! Я же... Только не кричите! Я же говорил то, что он здесь, в этом доме будет! Я же тебе говорил, кто мне не верил! Тити-кака, мелкий, господи, ты себе не представляешь, как я рад то, что мы тебя нашли! Надо сваливать с этого дома, но перед этим мы еще должны найти Леночку и бомжару! Давайте, выходите по одному, давайте, не толпитесь, быстро, Степа, слезь с игрушки этой, иди нафиг отсюда, ну забери ты ее себе, если она тебе нравится. Мелкий, ты давай тоже сюда за нами, ну ты тоже, Пикачу, забери, если он тебе нравится, господи, что Степа ведет себя как малолетний, чтобы мелкий этот как малолетний, все, давайте, так, надо попасть как-то на первый этаж, там...
Вот там как раз таки ступеньки. Давайте все сюда за мной, я иду первый, вы сзади. Бабулька, подойди сюда, наготови свое зелье, держи на всякий случай. Подойди сюда, стой сзади меня. Эти вампирюги, тиктокеры в любой момент могут на нас напасть. Все остальные за мной по лестнице, спускайтесь вот сюда. Бабулька, смотри по сторонам. Здесь никого, здесь тоже вроде никого нет. А нет, все же есть, бабуль! Твой выход! Ну, неплохо. Примерно то же самое было с бомжарой. Так, разворачивайтесь, идите туда, внутрь туда, заходите. Бабуль, еще раз твой выход, оступитесь! Не, ну а почему нет, спрашивается бабуль. Хорошее зелье, кстати. Так, за мной, ищите по всем комнатам, заходите во все комнаты и смотрите, нет ли здесь Елены Ветрянки, нет ли здесь бомжары. Так, здесь у нас сральник заброшенный, здесь никого нет, здесь у нас прохода туда нет, там никого нет, остается только один вариант. И этот вариант, ну, не очень дружелюбный такой подвал. Я-то на самом деле подвалы не очень сильно люблю, да и кто их-то любит-то на самом деле, да? Они всегда такие влажные, ну, кровь, и вот этот кетчуп немножко вот это валяется, все ржавое такое, двери какие-то огромные внутрь, давайте. Если заходим, то все вместе заходим. Ни черта не видно, темно, как в заднице у Елены Ветрянки. Ну, в смысле, темно, как у задницы у Крипера. Леночка! Лена! Это ты! Бабуль, проверь, что с ней, она, походу, без сознания лежит. Так, осталось найти бомжару. Бомжару осталось найти. Ищите, может, тут где-то здесь есть, а фиг его знает. Леночка, доченька, ты в порядке? Бабуль, буди ее, нам нужно отсюда сваливать, пока она без сознания валяется, мы ничего не сможем сделать. Бомжару там нашли или не нашли? Кто свет включил? Переключатель-то нашли! Ты бабуль включила или... А-а-а! Это ты свет включил, главная кровосися! Наконец-то мы с вами познакомимся! Да, у меня друзей как бы полно, как ты видишь в этой комнате. Мне новые знакомства не нужны. Бомжару найдем и заберем потом Леночку. Главное, разбуди, свалим отсюда как можно бомжара. Он только что дверь закрыл. Сыграем с вами в небольшую игру. Да нет, да я сегодня... Сегодня давай без игр, пожалуйста. Если помирать, то, наверное, всем вместе. Правильно? Титикака. Вот именно титикака. Это настоящая жопа кака. Матерь божья, выпустите нас отсюда!